требовать деньги? Да никогда! Кто я, по-вашему, ростовщица какая-то? Когда примерно это произошло? Но временных отрезков на наших воспоминаниях нет. Всем привет! Вы на канале GivePlay, и сегодня мы будем продолжать проходить. Скажи же мне чё? Вот, ты сейчас у нас из заданий исследовать новые воспоминания. О, воспоминания пошли! Игра, ты чё зависла? Блин, я вижу воспоминания, но я не вижу, где они. Такого хера. О! Чуть назад. Подожди, подруга! О! Hey guys, you all done yet? Ну что, ребятки, yeah, все взяли? Да, мам, можно нам на улицу, пока мы с Стасой будете говорить? Боюсь, сегодня для игр нет времени, милая. Иди, пойдем. Мариан? Можно тебя на минутку? Прости, Тесса, я слегка тороплюсь. А чем ты... Что? Срочной починкой бобровой плотины, Тесса? Нет, ничего не хочу слышать. Блин, я потерял, где они. Все взяли? Да. Нет времени для игр, милая. Можешь зайти? Сорянич, Тесса, не время. Тесса, слушай. Мне надо поговорить с тобой сейчас же. Или мне пора взыскать с тебя долги? А, я об этом напрочь забыла. Но немного по-другому. Вот, давай попробуем вызвать мое воспоминание, хорошо? Ну давай, где твое? Мама, можно нам на улицу, пока вы с Тессой в карты играете? Сегодня на игры нет времени. Мариан! Мы можем поговорить? Нет, нельзя. Просто оставь покупки, дети. Идем. Не надо. Пожалуйста, удели мне пару минут. Тесса, хорошо? Ладно, мы помним это немножко по-разному. Наверное, это логичный эффект, раз им он все дела, как бы то ни было, после они пошли к стойке. Выбрать воспоминания Эллисон... Ладно. Господь, кого любит, того наказывает. Ты не справляешься с детьми, Мариан. Меня осуждай, сколько влезет, но к детям со своей ненавистью не лезь. Ненавистью? Я поступаю по-дружески. Тим нужна твердая рука, забота, а ты? Боже. Ты что, правда считаешь, что сейчас ведешь себя по-дружески, когда вот так говоришь о моих детях? Да. Ты не поверишь, но друзья не только для того, чтобы в долг давать, Мариан. Тебе правда нужно в это лезть? Хорошо. Идем в кабинет. Дети, я ненадолго. Что с тобой не так? Что сейчас произошло? Жаль, что ты мне не веришь. Я правда думаю, что Тесса вела себя вежливее.
Плохо ты ее знаешь. Да и неважно, кто начал первый, зайдя в кабинет, они поссорились. Как думаешь, о чем они спорили? Обо мне? Не знаю, музыка не давала расслышать. Ну слушай, теперь мы знаем, что она врала нам в лицо. Давай спросим ее об этом. Так, собака жирная. Давай поговорим. Могу я вам чем-то помочь? Вы сказали, что Мариан была скрытной. Но вы ведь с ней крупно поссорились за несколько месяцев до ее смерти, так? Мы с ней все время ссорились, тебе придется уточнить. Не о том, кто мухлевал за канаткой. Дело было важное. Вы заперлись в вашем кабинете, чтобы вас не слышали. Мне жаль, это было так давно. Так, на чем мы остановились? Ну ладно. Мы вас оставим. Черт. Думаю, она знает больше, чем говорит. Ну да. Но мы не припираем ее к стене, даже если сами знаем. Если выясним, в чем была причина, она не отвертится. Конечно, но как? Музыка играла так громко, что их не было слышно. Мариан и Тесса просто обожали эту песню. Все время ее крутили. Мысли есть? Видение появляется, когда мы видим или слышим то, что вызвало у нас сильные эмоции. Может, и песня что-то всколыхнет. Похоже, ты напал на след, Ронан. С пустыми руками к ней не подобраться. Надо поговорить с Томом. Удостовериться, что выяснили все возможное. Ладно. Посмотрим, получится ли узнать название этой песни. Давай, Ронан. Ой, нет, стоп, не Рон. Боже, я забыл, как его зовут. Бро. Эй, Том. Я могу тебе чем-то помочь? Наверное, прозвучит странно, но... Вы не помните любимую песню Тессы и Мариан? Они ее все время слушали. Забудешь тут? Думаю, у нее еще остался диск. Поцарапался слегка, конечно. Погодите-ка. Вот и он. Честно говоря, я был рад, когда она о нем забыла. На мой вкус пошловато. Минус монетизация, я так и чувствую. Не-не, давайте без этого, да пожалуйста. Это ведь и надо? Думаю, да. Боже, надеюсь, она будет потише играть. Пожалуйста, потише! Боже, давайте не будем ее... Ладно, все, уже не важно. Уго, воспоминания аж волны нахлынули. Ты тоже это видишь? Да. Может, проверим? А, давай проверим его воспоминания. Мам, перестань! Ты нас смущаешь! Да! Тесса, присоединяйся, я знаю, ты обожаешь эту песню. Ох, никак не могу. Тут кое-кто вообще-то работает. Я и забыла, какая она была. Да какого черта произошло? Да блин, с какой стороны подойти? О, вспомнить. Девочки уже извели меня с этими конфетами. О, они такие дорогие, ну так бери их. О, нет, Тесса, я так не могу. Это мелочи. Ах, ну ладно. Но запиши их в свою тетрадку. Ладно, ладно, как скажешь. Ну вот, довольно?
Да. А еще я приду помочь тебе с закрытием в среду, как обещала. Временами Тесса любила поиграть с Мариан. Думаю, ты хотел сказать, что Тесса Ханжа? Она пыталась помочь. Давай попробуем найти ту ее тетрадь. Я знаю, что они до сих пор хранятся где-то в магазине. Так, подожди, бро, я хотел с тобой поговорить. Бро или сис, я не знаю, как тебя назвать. Да ты мразь. Боже! Ты хоть представляешь, как сложно найти угол? Боже, я просто не могу начать говорить, начать разговор. Да сука! Стоять, мразь! Блин, она просто сбивается. Damn it! The song stopped again. Yep. Let's start it back up so we can see all the memories. We should have Tom. Да боже, блять, я хочу с тобой поговорить. Could you ask Tom to play it again? Я не могу словить этот момент. We should have Tom play the song one more time. Блять, на нем есть поговорить, блять. We should have Tom play. В смысле, оно не работает? We should have Tom play the song one more time. Could you ask Tom to play it again? Hey. Let's ask Tom to put the song. А, вот что надо, боже. We should have Tom play the song one more time. Томушка. Do you think you could play the song? Еще разок, пожалуйста. Нас еще не всю монетизацию забрали с видоса. We should see if we can find that notebook she was holding. Yeah. I think they're all piled up in Tessa's office somewhere. Ладно, с ним не хочет говорить, ну и насрать, честно говоря. Так, где у нас опять бабочки в животе будут появляться, а? Что вообще за херня? Эй, Тайлер, помнишь короля форелей? Да, я его видел. Думал, что его Том уже давно убрал. Шутишь? Он никогда не выпускал случая рассказать покупателям о том, как выиграл его. В нем почти 6 кило было. Ай, парасота. Так, давай посмотрим. Тесса в кабинете. Ну да, ну да, очевидно, очевидно. Что ты здесь делаешь? Я думала, тебе по магазину помочь надо. Помочь надо было 2 часа назад. Ты что, пила? Что? Нет, просто трудный день, ясно тебе? Таблетку я выпила, я в норме. Мариан, я сказала, что в норме. Шли, дети. Прошу, постой, хочу кое-чем поделиться. Прочти, когда вернешься домой, хорошо? Они помогут. Мы с ними годами работали вместе. У нее еще и алкоголизм был. Видела брошюру в комнате, выбросила из головы. Что-то вроде конверсионной терапии. Жаль, огу. Если все так, то я хочу знать, что об этом думала Мариан. Надо чем-то прижать Тессу к стенке. То есть, серьезно? Тесса? Открой поисковик на минутку. Конечно, но быстрый компьютер мне скоро понадобится. Срочно не упустите шанс. Что если я скажу вам, что государство должно вам было выплатить до 10 тысяч за ваше обучение в школе? Это не кредит, его не придется возвращать, это не обман. Бред какой-то. Доброскатель, что это? Туда она Тайлера послать хотела? Не знаю, что и сказать. Мне жаль, Тайлер. Ну да. Посмотрим, что Тесса на это ответит.
Привет, Тейси! Вернулась из командир отпуска! Ей! Ладно, пофиг на это. Хватит молчать, я знаю, никто не должен, не хочет об этом говорить, но Лиза опять отлынивает от репетиции, да и насрать-то на нее, на Лизу вашу. Теска, нам есть чем тебя прижать. Can I help you, Allison? Тебе помочь, Эллисон? No, thanks. О, нет, спасибо, не нужно. Я забыла, что тут ищу. Ага, 2004. Что-то важное есть? Как оно удобно лежало, а? Элайджа, июнь, 24 бакса по счету в ресторане оплачено, сентябрь, 11 баксов, детская кукла. Эрик, нет. Нашла. Кажется, в октябре 2004-го Мариан начала уклоняться от долгов. За 5 месяцев до той ночи, думаю, мы видели. Мы выясним, что тут произошло. Пора поговорить с Тессой. Мариан, апрель, 50 баксов, за газ оплачено 37, 30, 21, 40, 140. Ого. 55, декабрь не пришла, на звонки не отвечает, январь не пришла. Посмотри, какая она. Неприходулька. Подожди, а что там за игрушка была? Can I help you, Allison? Oh, no, no, thanks. I'm good. I'm just looking for something that I forgot. Как смотреть? Взять. What's this doing here? Коллекционные предметы, я так понимаю. Все. Сейчас мы с ней будем говорить. Тесса, тебе кранте. Мы тебя раскусили. Is there something I can do for you? Я могу вам чем-то помочь. We're back. Мы вернулись с деталями, которые освежат вашу память. Yes, really? Неужели? Да, все так. Мы покупали продукты, а потом вы начали угрожать взыскать деньги. Все вылилось в ссору. Вы зашли к себе в кабинет и врубили эту песню, под которую вы обе все время танцевали. Требовать деньги? Да никогда. Кто я, по-вашему, ростовщица какая-то? Когда примерно это произошло? Но временных отрезков на наших воспоминаниях нет. Я не обязана вспоминать эти... воспринимать эти обвинения всерьез. В октябре 4-го? В октябре 2004-го, тогда она перестала платить долги, правильно? Да. Не знаю почему, до этого она всегда так или иначе их возвращала. Но из-за денег мы никогда не ссорились. Я расстроилась, но плоду от моих слов было как от камня меду. Да, мы и не думали, что вы ссорились из-за денег. Вы сказали, что она с нами не справляется, и назвали ее плохой матерью. Ваше осуждение ее доконало? Что это? Я правда понятия не имею, о чем вы. Я никогда не была жестока к Мариан. Я делала все возможное, чтобы помочь ей, помочь вам. Даже несмотря на все ее нападки, даже когда она кричала и плевала мне в лицо за все мои старания, даже когда она не заслуживала помощи. Черт, не нервничайте. Послушайте. Мы знаем, что вы о нас заботились, и... Но нам, правда, очень нужно, чтобы вы ответили. Вы когда-нибудь ссорились из-за меня? Мы много о чем спорили. Под конец ей было все в тягость. Вы пытались убедить Мариан отговорить Тайлера на какую-то терапию? Нет, и вам, наверное, уже пора. Тесса, я хочу выяснить, не хотела ли Мариан убить меня за то, какой я есть. Понимаете? Да, просто... Тогда почему вы не хотите сказать, что на нее тогда нашло? Я правда не знаю. И я до конца жизни буду сожалеть, что не догадалась, к чему все идет. Теперь я понимаю, насколько вас обоих это волнует. И, к счастью для вас, все мои отношения основаны на идее прощения. Если вы, блядь, такая религиозная, то почему просили Мариан, когда ей нужна была помощь? Я не позволю снова себя в это тянуть. Вы должны уйти.
Майкл уже отнес их в ваш грузовик. Здорово! О чем думаешь? Пытаюсь собрать все воедино. Знаешь, мы ведь правда могли докопаться до правды, если бы ты на нее не нарвалась. Ты серьезно? Ты все время ее обвиняла. Не вали все на меня. Видно же, что ей за что-то стыдно, поэтому она и помалкивает. Ух, ужас, сучка лицемерная. Довольно? Высказалась? Прости, что я сорвалась. Меня просто из себя выводит, как она начинает выебываться. Она знает, как это для нас важно, для тебя, да. Хотя знаешь, насчет вины это право. Она не захотела признаваться из-за чего-то, и я думаю, что дело было во мне. Распугнула ее, когда заговорила о терапии. Думаю, Мариан действительно пыталась понять, как поддержать меня. До того, как хрен пойми, почему окончательно рехнулась. Может, ты и прав. Да. Она вступила из-за меня, Эллисон. Мариан точно была чокнутой, но она понимала, что со мной. От этого мне легче. Словно что-то тяготело меня последние 10 лет и теперь исчезло. Я правда очень рада за тебя. Знаю. Но этим мы только открыли еще больше ящиков Пандоры, нет? Да, по чертову крышечку. Что ж, хорошо, что Эдди нас ждет. Он неплохо знал Мариан, и он вел ее дело. Он когда-нибудь упоминал расследование? Нет, я не спрашивала. Я уверена, он думал, что мне лучше не знать. Пожалуй, не лучшая тема для беседы за ужином. Верно. Но я к тому, что он хороший коп, въедливый. Уверена, он до чего-то докопался. Поехали. Поехали. А вот к этому хорошему копу мы доедем уже в следующий раз. Что ж, на этом на сегодня все, так что всем спасибо за просмотр и всем пока!